искренне хочу вас поздравить с тем, что мы отмечаем вас как олимпийскую надежду. Вы представляете Россию в мире на высочайшем уровне. Мы возлагаем на вас, мы даем вам всю нашу любовь, все наши надежды. Вы делаете великое дело, вы популяризируете спорт. Без нас, у нас новостных агентств не было бы новостей о том, что Россия лучшая, что Россия может побеждать, и что это победа наших любимых спортсменов. Поздравляю вас как олимпийскую надежду. Я хочу еще сказать о том, что вы пример для тысяч молодых спортсменов, начинающих, которые захотят быть похожими на вас. Желаю вам творческого настроя, успешных выступлений, удачи во всем. Спасибо, ребята. И лучший подарок – это аплодисменты. Аплодисменты зрителей. Марина Мухотова, Максим Тройков. Удачи, ребята. Любим! Останкинский мясо.